Сейчас мы продемонстрируем начальный курс дрессировки, то есть это работа собаки на поводке. Порода – восточноевропейская овчарка, кличка Султан. Возраст собаки 1,5 года. С нами будут принимать в нашем видео участие наши фотомодели-котики. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство, и все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Хорошо место. Хорошо, Султан. Гуляй. По команде «гулять» собака должна гулять. В это время можно подготовиться к ней, к отработке команды ко мне. Команда ко мне – это сложная индивидуальная команда. На первом этапе отрабатывайте в уединенных местах, без посторонних раздражителей, чтобы войти с собакой один на один контакт. Мы прорабатываем эту команду сильнейшими раздражителями с котами. Коты являются сильнейшими раздражителями для собак. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Молодец, пацан. То есть мы приучаем собаку к сильнейшим раздражителям, котам. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем основные команды будете подключать поэтапно. Не скупитесь на поощрение, обязательно собаку нужно поощрять за правильно выполненную команду. По команде сидеть собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первое – дача лакомства, оглаживание команды хорошо. На первом этапе применяем три вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет достаточно просто давать голосовую оценку командой хорошо. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, сидеть. Повторили команду, огладили, рядом? Дали лакомство. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Возраст пацана у нас 1,5 года. Кличка Султан. Очень контактный пес. Рядом. Хорошо, рядом. Лежит. Лежит. Хорошо. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку также со временем будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей, чтобы войти с собакой один на один контакт. Мы нашу съемку проводим с сильнейшими раздражителями с котами. Коты являются сильнейшими раздражителями для собаки. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом. Рядом. В нашей школе это фишка. Команду «место» мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда «место» от «сидеть», «лежать» или «стоять»? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может лезть, сесть, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, повторили команду, огладили, дали рядом. Лакомство. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Сильно собаку прессинговать не надо, собака взрослеет 2-3 годам. Рядом. Хорошо. Место. Ну, на этом мы будем заканчивать свою съемку. Порода восточноевропейская овчарка, возраст 1,5 года, кличка Султан, свою работу окончила. В нашем видео принимали участие наши 2 котика и восточник Султан. Молодцы, ребята! Кс-кс! Султан, молодец, пацан.